Всех приветствуем у себя на канале. Сегодня с нами Марина. Делаем сегодня интересный расклад. Тема видео будет называться «Вернемся ли мы в 90-е» или «Возвращение 90-х». Были у нас на канале такие предсказания в прошлом из ченнелинга. И вот сегодня мы решили через Таро Вселенную проверить, на самом деле, будет ли такое. Наверное, зададим несколько вопросов. Почему? И вообще первый вопрос, вернутся ли 90-е начнем? Давай с первого вопроса начнем. Вернутся ли 90-е реально в ближайшие несколько лет? Если они вернутся, то сколько лет они будут существовать? И причины разберем. А причины такие. Это люди, которые придут после СВО. То есть у них психологические травмы будут. Заключенные, которые там воюют. Либо произойдет смена власти, дележка начнется, либо какие-то западные страны будут влиять. То есть вот такой у нас будет сегодня расклад. Ну, вопрос еще повторим. Итак, Марина, вам слово. Здравствуйте. Первый вопрос, да, будут ли 90-е в ближайшие годы? Вот так. Вернутся ли 90-е? Ну, я так думаю, что, скорее всего, таких 90-х не будет по карте вот Луны и Королеве Пентакли, думаю, что нет, таких прям конкретных не будут. Потому может что быть, элементы какие-то будут, да? Ну, то есть не прямо такие, ну, вот как смотрите, раньше, по Луне это все же таки иллюзия, да? По тройке жезлов можно сказать, что наоборот даже. Тут какие-то ожидают, у нас даже открытий много даже ждет. Таких 90-х не будет, это 100%. Иллюзорно это все. Наоборот, даже какое-то будет начинание чего-то вот по Королеве Пентакли, да, все-таки будет какие-то, как сказать, будут разработки, чтобы это приносило прибыль. В 90-х я не вижу захвата конкретного, не вижу. Ну вот, допустим, люди, которые вернутся после СВО обратно, да, будут ли они адекватными или нет? В 2024 году там, да, будет ли всплеска бандитизма какого-то, рэкета, еще чего-то. Давайте мы посмотрим это следующим вопросом. Люди, которые вернутся, будут ли действовать в захватческих целях или нет? Ну, я бы сказала бы, что люди, наоборот, придут с глубокой травмой, конечно же, да, с глубокими переживаниями. Но, тем не менее, у них есть столько идей, которые они хотят воплотить в жизнь, да. Ну, у всех они разные, тем не менее. И по тузу чаши это все ж таки не больше придут такие побитые. Психологическая травма, конечно, будет. Какие-то дальнейшие действия, они такие будут напряженные все. Потерянные. Ну да, они будут прям, может быть, даже доказывать, что вот они правы, они вот воевали, они имеют право под солнцем. Это, конечно же, ошибочно все. Ну да, будут, конечно, какие-то ну, беспорядки, скажем так, будут. Захватческого действия не вижу, но беспорядки вижу. Да, будут. Но это как может отразиться на обычных людях, там, что произойдет, там, я не знаю, от бизнеса отбирать будут, кого-то найдут, там, не знаю, прессовать кого-то будут, там, не знаю, домогаться, там, что-то, квартиры отбирать. Так будет, будут ли отбирать бизнес у честных граждан, можно так сказать? Да, именно в этом контексте, может, что-то не другое. Не понимаю вопрос. Да, может быть, они, вот что, то бишь, беспорядки? Будут отжимать. Что за беспорядок? Забирать предприятия. Или, может быть, они во власть пойдут там, да, потом что-то свою проворачивать начнут со своим пониманием. Я думаю, что нет, такого не будет. Такого не будет. Потому что все ж таки власть, вот по королеве мечей, все ж таки власть наша, она сильная. И даже будут, если какие-то попытки, закон все-таки будут на стороне честных граждан.
их будут сразу пресекать, причем это будет быстро и молниеносно. Я думаю, таких, если беспорядки какие-то вот и будут, но это будут такие незначительные, не смогут, не будут тех 90-е, которые были раньше. Не будет. Ну, вот, допустим, если власть, например, придет новая, да, в 2024 году, может, какая-то борьба за власть начнется. Наоборот, будет больше развития. Вы понимаете, что вот эти вот люди, которые придут, они, наоборот, будут даже за то, чтобы вот чтобы наша Россия развивалась дальше, потому что все-таки ТУЗ – это инициатива, начальная стадия развития какого. И вот по королеве мечей все-таки это, ну, понимаете, она сильная, она такая за правду. И все-таки они сами пережили очень много горя. Я не думаю, что они будут горе делать другим. Тут и королей мечей. Может быть, внешние силы. Нет, их будут судить прям. Нет, я не думаю, что они на это согласятся, что прям чистка будет. Понимаете, у нас власть, наоборот, даже вот управляющие все вот эти вот, которые инстанции, они очень сильно подвязаны будут, наоборот, на вот этот конфликт, чтобы их пресекать. Где-то, если будет какой-то очаг, их будет махом контролировать управление, вот это вот будет. Массовых беспорядков не допустят, это точно. А внешние силы, например, может, третьи страны, там, не знаю, какие-нибудь англосаксы будут что-нибудь раскачивать после 2024 года, может быть. Вы имеете в виду, что пойдут ли к нам кто-то с войной еще в 2024 году? Да не с войной, а может быть просто внутри страны начнут раскачивать ситуацию, чтобы там какой-то на короткий период какой-то хаос там начался, не знаю, или по типу что-то гражданской Надо войны. Там. Хаос или нет, будут нам да, может хаос. Какая-то мини-гражданская война будет хаос, может я неправильно выражаюсь, там, может, ну, 90-е такое понятие растяжимое. Вот, ну но... да. Просто может какая-то гражданская война там как-то. Ну, я думаю, знаете, вот я могу сказать конкретно, что да, вот по кубкам можно сказать, что да, и вот по рыцарям здесь можно сказать, что да, какие-то будут посылы того, чтобы вот как гнев произвести, да, к нашему государству, да, значит, настроить кого-то враждебно к нам. Такие будут посылы, да, однозначно, разжигание вот этих вот очагов. Но тут же, опять же, видите, падает и колесо, и фортуна. Они потом сами же, кто разжигает вот это все, они потом сами же будут и разочаровываться в этом. Они разжигают, они пытаются на кого-то что-то сделать. И потом сами же уходят в печаль, да, в гнев вот этот вот. Они сами потом будут отходить в одиночество, да. Ну, они сами будут переживать, вот, что у них ничего не получится. Вот это вот розжиг. Да, это все в подвешенном таком состоянии, что... Ну, то есть, в принципе, как бы 90-х не ожидается. В принципе, Россия все выдержит, будет все замечательно, прекрасно. Гражданских войн, каких-то хаосов не... Наблюдаются какие-то, будут какие-то незначительные мелкие, вспышки, да. Но они будут пресекаться. Больше вот карт борьбы не вижу. Наоборот, вот даже тут, да, вот эти вот будут, может быть, даже Запад будет провоцировать какие-то страны на войну, там, на агрессию какую-то, но они сами же потом останутся. Можно так сказать, знаете, что вот это, которая Россия была в ловушке, то есть, значит, да, ее пытались вот ограничить в действиях, закрыть на все, изолировать ее, да, они, конечно же, расстроятся, потому что Россия встала плотно на все четыре ноги, ее нельзя сломить. Вот она выходит с отшельников, значит, и она становится, конечно же, императрицей. У России все замечательно, все. Она уже не будет та, которая была когда-то. Она становится еще сильнее, она мощная. Да, даже Иерофант падает, и королева жезлов, да. Здесь все-таки говорится о том, что России ждут много приятных, насыщенных событий. И
Иерофант карта, это все-таки духовная карта, она поддерживает в России все-таки много духовности. И насчет вот этого может быть очень сильный покровитель у России в духовном плане. Ничего нельзя тут сказать, потому что и король жезлов тут же падает, и королева жезлов. Все жезловое, все. Потому что Россия все-таки она честная. Она всегда ведет честную борьбу. Она ведет за правду, за свободу. И поэтому Россию ждет успех. Вот все карты ждут, видите, вот карта, которая была, она не будет. Ее ждет только успех и процветание. Очень много идей вижу. Будут, много будут открываться интересных малых предприятий даже будет. Она будет процветать. Россия будет 100% процветать. Благодарим Марину. Благодарим карты, Вселенную. Всем счастья желаем. Смотрите побольше на наши расклады, канал. Вот если кого-то интересует личный расклад, пожалуйста, обращайтесь. Обязательно разберем всю вашу жизнь на косточке, дадим рекомендации, направим на правильный путь. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Лабиринт Дизайн, там очень много информации интересной, не пожалеете. Ну и следите за всеми событиями на YouTube-канале. Успехов всем, здоровья, радости, до свидания.